Всем привет! Сегодня мы на новой для нас реке, реке Ануй. Был я в верховьях неоднократно, в районе Солонешного, Топольного. Хариус ловился, в принципе, достойно. Но вот сейчас решил пройти реку снизу. Мы находимся чуть выше деревни Антоневка, что в Петропавловском районе. Ну, как обычно, не везет с водой. Вода достаточно грязная. Ну, как обычно. Посмотрим, что с сегодняшнего путешествия получится. Вода грязная, кажется, не очень мелкая. В общем, встретили сейчас местного аксакала. Говорит, вода с весны мутная, еще не просветлела. Рыба не берет. Но мы верим, мы поймаем. Сегодня, наверное, будем варить уху из тушенки. Нынче мы уже такое практиковали на первых поездках на реку Белая, когда вода была грязная. Очередной ануйский хорюзок. Небольшой, но красивый плавник-то какой. Шикарно. Просто красота. А какие у него пятнышки черные. Вот такого красавца мы, конечно, отпустим сейчас. Будем отпускать. Хариус ловится плохо и мелкий. Ну, на уху уже наловили, теперь ловим для копчения. Хариус горячего копчения очень вкусно, когда это все на бережку происходит.
бывал на реке Ануй. Отдыхающих полно. Пойдем сходим. Фонарик сейчас где мы сходим, блядь? 300 метров глубиной или там вроде? Сходим на 200. Не, мне кажется, грех сходим. Давай. Так, у меня фонарик близко. Было очень интересно. Роман остался дальше и шел, поэтому мне тоже грех. Пещера, похоже, правда, метров 300. Я уже прошел метров 70, когда играл. Сверху капает ликами вода, все мокрое. Летают летучие мыши. Дальше решили не идти. Мы возвращаемся к Локи. Мы все-таки, правда, не сбили его. Ух, прибыли. С окончанием очередного путешествия по новой реке. Всем спасибо, до свидания.